Принц Гарри в юном возрасте потерял мать, и это оставило огромную дыру внутри него. В его глазах Диана ангел, который присматривает за ним с небес. С таким же благоговением к покойной принцессе относится и Меган Маркл. Об этом герцог Сассекский рассказал в своей книге «Запасной». В мемуарах подробно рассказывается о посещении могилы принцессы Дианы в августе 2017-го, на 20-летие со дня ее смерти. Место захоронения находится в Элторпе, фамильном поместье Спенсеров, на маленьком острове посреди овального озера, куда пара добралась на лодке. Гарри был рад привести в это знаковое место Меган. Как он написал в мемуарах, «Наконец-то я привел девушку своей мечты домой, чтобы она встретилась с моей матерью». После того, как принц возложил цветы и побыл наедине со своими мыслями, он почувствовал, что Меган тоже нужна минутка уединения. А когда вернулся, он увидел возлюбленную на коленях перед могилой. С закрытыми глазами и приложив ладони к камню, девушка молилась. Как Маркл потом рассказала, она просила у Дианы ясности и наставничества. Принц Гарри часто говорил, насколько Меган напоминает ему Диану. В жене он видит такое же сострадание, эмпатию, уверенность и тепло, что и в матери. Так что такое почтительное отношение избранницы к духу Дианы не могло не порадовать принца. Похожий момент Гарри описывает и с принцем Уильямом, который говорил о покойной принцессе как о своем ангеле-хранителе. Наследник британского престола в личной беседе поделился с братом, что чувствовал, как мать вела его по жизни, помогала создать семью. Уильям заверил, что она поддерживает и Гарри, а тот ответил, что мама помогла ему найти Меган. По словам Сассекского, старший брат с этим не согласился, по-видимому намекнув, что Диана не одобрила бы выбор младшего сына. А как вы считаете, понравилась бы Меган Маркл Диане?